Хочу поделиться одной идеей – объявить выходным День Конституции, что еще больше подчеркнет принадлежность каждого жителя нашей страны к этому документу. Конституция была принята парламентом 20 лет назад, и это был исторический день и очень важное событие для всей Грузии. Сегодня перед нами стоит задача усилить демократическое и правовое государство. На пути решения этой задачи важно, чтобы все общество объединилось вокруг тех ценностей, которые уже записаны в нашей Конституции.